процента из стрелки сегодня мы будем проводить карту один блок. И да, ребят, это карта, под которой, в которой кусок чанка, ну и под которым все находится. Ну, вы уже поняли, там еще в конце портал. Дело все в том, что это не стандартный один блок. Дело в том, что я его создавал сам, и поэтому проводить тоже буду сам. Ладно, не буду вас томить, но мы начинаем. Поехали. Так, сначала нам нужно добыть просто... А, блин, стойте, сколько там блоков стояло? Извините, ребят. 5 вроде бы блоков стояло, да? Так, 5 блоков... Бревно, так, дубовое бревно, и теперь листья, дубовые листья, все, вроде бы дубовых листьев было, ой, не так-то много, так, все, теперь ставим 1, 2, 3, 4, 5, отлично, и здесь вот ставим 1, 2, все, теперь переключаем, сейчас я переключу, погоди-ка, это надо все убрать. Сейчас я переключу на другой режим. П, блин, точка П, нужно изменить язык. Так, теперь вот это вот, получается, game mode. И убивал. Ребят, извините за такой косяк, просто я не забыл, короче, переставить другой режим игры. Но, в принципе, ничего страшного. Просто начинаю давать. Так. Ну, у нас уже это будет 4 дерева. Прекрасно так. Дальше идет обычная земля. Давай, пока. А вот, наконец-то. Теперь давайте скрафтим верстак, чтобы добыть, чтобы скрафтить кирку и скрафтить... Ох, ладно. Скрафтим кирку и добудем камень. Булыжник. Вернее. Потому что из него добывается булыжник. Вот так вот. Теперь берем, делаем где-то вот столько палок. Так. А из остального делаем деревянную кирочку. Так. Это нужно как-нибудь вот так вот соединить. Все, ребят. Теперь у нас есть практически все, что нужно. Теперь погнали добывать булыжник. Да, кстати, на версии 1.18 основной скин это скин Алекс, а не Стива. Поэтому на старой версии я так играю. Вот. Ладно, мы уже добрались до угля. Он может добыться деревянной киркой, но он добывается медленно, конечно, немного. Ну, где-то 2 секунды. Ладно. 1, 2... Ну, кажется, 2 секунды примерно. Или даже 3, не знаю. Так, уже 8 добыли. Так, уже 9. 10. Ага, отлично. Так, мы уже дошли до железа. Пора уже крафтить каменную кирку и крафтить печку. Да, ребят, пора крафтить печку. Поэтому берем, крафтим кирку для начала. И вот так вот крафтим печку. Вот так вот все, ребят. А теперь берем и ломаем свой верстак, чтобы пройти дальше. Так, все, берем каменную кирку и добываем железо. Так, снова железо после камня. Угу. Вот это да. Так, до чего мы дальше дойдем? До меди дошли. Не знаю, зачем она нам нужна, но я ее сюда поставил. Да, ладно. 17 уже меди есть. Уже 17 меди есть. На этом месте, я так понимаю, слишком сильно лагал, поэтому вот такая вот ерунда произошла. Ладно. Не знаю, хватит ли одного кусочка угля для того, чтобы все это сломать. Ну, мы вроде бы почти рядом с порталом. Как-то быстро все заканчивается. Но, ребята, это еще не все, ребят. Это еще не все. Поэтому сейчас мы будем продолжать. Вот у нас уже 2 железных слитка. Вот. Ну, пока железо переплавится, я попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал.
Ну, а тем временем у нас скоро допылаются последнее железо. Так, давай. Опа. Да. В принципе, 4 теперь железных слитка. Теперь можно отправляться дальше. Так, ставим верстак. Получается, берем палки и ставим их, ну, не, и сделаем из них железные трюки. Так. Вот. Ладно, теперь добываем, ломаем верстак. Все, отлично. Теперь железный мика. Так, все отлично. Золото добывается. Рудное золото добывается. Вот Rock Edition, но, кстати, называется необработанное золото. Вот. Блин, опять все эти. Лазурит. Булыжник. Все отлично. Да, как-то часто это делается, ну да ладно. О, редстоун. Так, уже появились новые крафты, отлично. О, алмазы. А у меня уже есть железная кирка, ребят. Вот так вот. Да, ребят. А сколько у меня сейчас алмазов? 3 алмаза, отлично. О, изумруд. Так, отлично. А вот здесь у нас, получается, лежит алмазная броня, чтобы победить дракона, да. Она нам нужна для того, чтобы победить дракона. И вот эти вот стрелы нужны для того, чтобы также его победить. А это огненно нужно для портала в ад. Вот. Так скажем, для портала в ад. Все. Так, здесь у нас уже пошел обсидиан. Здесь уже пора крафтить алмазную кирку. Так, все. Алмазная кирка у нас готова. Теперь берем, ломаем верстак. Ломаем. Так, все. Теперь берем и добываем обсидиан. Это может занять несколько некоторое время. Вот так вот. Ах. Поэтому я вас попрошу поставить еще колокольчик, и чтобы не пропускать мои новые видео. А также написать комментарий. Да. Я на него обязательно отвечу. Да. Ну, а тем временем мы добыли, пока что не знаю сколько, но давайте потом залезем в инвентарь и посмотрим. Так, отлично. Так, 4. У меня случайно некоторые обсидиан не падают? А то вдруг просто я уже где-то много блоков добыл. Погоди-ка, ребят. Мы уже добыли где-то 5 штуч. А здесь сколько сейчас осталось? Хоть бы это было 5. Так. Хоть бы их было 5, а не 4. Потому что это будет очень плохо для нас. Очень плохо для нас. Очень. Ладно. Сколько мы там уже добыли? Уже 7 штучек. Осталось еще 3, а здесь у нас... Погоди-ка, 2, раз, 2. Нет, точно 3, ребят, осталось. Точно 3, ребят. Только не говорите, что остался один блок. Вы серьезно? Получается, нам нужно теперь 2 блока. Не, здесь точно 2 блока, потому что я сам это вижу. Я сам-то знаю. Мы добудем, получается, 9 блоков. И, пожалуйста... Да, ребят, последний блок. Все. Я так и знала, что у меня обсидиан не падал. Ладно. Не будем о радостях. Пора уже все делать дальше. Так. Здесь у нас просто камень. Все. Все, получается, бедрок. Теперь берем и делаем какую-нибудь платформу, что ли. Сюда, вот сюда. Все, теперь нам нужно простроиться. Все. Давайте уже наконец-то скрафт сделаем. Извиняюсь, чуть не сказал скрафтил. Скрафтим вот так вот. Ух, тихо. А то сейчас спаду. Так. Так, все. Теперь берем и... Сидиан, все.
Теперь нам нужно поставить его два раза вот сюда. Теперь ставим сюда дерево. Вот так вот. Потом раз, два, три. Три. Вот так вот сюда. Берем булыжник теперь. Ага. Вот так вот. И потом вот так вот. Все. Сейчас мы сделаем портал в ад. Все. Осталось только поставить два блока, и портал готов. Теперь нам нужно достать зажигалку. Где она у нас? Вот. Огневая. Обязательно достаем и заходим в портал. Загрузка территории. Все. И, ребят, сразу хочу сказать, что здесь нас ожидает сундук, в котором нас ждет эндер-жемчуг и огненный порошок для создания эндер-глаз, так скажем. Не эндер-глаз, а... Ну да, эндер-глаз, точно. Он называется эндер-перл. Все. Ах, да, ребят, нам еще нужно здесь поставить спаун-пойнт, чтобы мы не очутились в бездне. Так, так, где здесь спаун-пойнт? Спаун-пойнт. Это. Так, все. Теперь давайте скрафтим, наконец-то, наши оки-эндеры. Все, ребят, у нас их теперь 13. Это на всякий случай, если я... Так, аккуратно их ставим. Потому что у нас их только столько, и... И больше у нас нету. Так. Так, и давайте... Давайте сюда кинем. Не могу. Видимо, портал находится здесь уже. Все, ребят, мы уже находимся вот здесь. Вот, оу. Ё-моё. Эндер-дракон нас поджидает сверху, ребят. Нам нужно на него пойти. Да, на самом деле это было просто видео. Это не было никакой летсплей. Это просто было в плановое видео. Впрочем, это и не важно. Как я понимаю. Все, ребят. Так, главное не смотреть на эндерменов, потому что если на них посмотреть, то будет очень плохо. Они начнут на вас нападать, и вы будете умирать. Так, что ж. А, вот все. Нашел. На самом деле, давайте сразу же возьмем. Что-то я не взял. Нифига. Так. Все. На самом деле, стрелы в руки можно было и не брать. Ну, не в наружный инвентарь. Я его так называю. Давай и бум. Не, до сих пор не попал. И давай, не, все равно никакого толку. Тогда, yes, отлично. Теперь берем, опа. Так, все, отлично, ребят. Спихиваем. Так, кристаллы почти, почти, yes. У меня неплохо получается. Не знаю, когда я пройду Майнкрафт именно полностью, а не это. Давайте дальше, что ли. Это я так, получается, сбил уже, а не. Вот это я еще не сбил, поэтому мимо пролетело. Так. А, в это я уже пытался попасть, но, видимо, ничего не получилось. Меня чуть не попали. Да, ребят. Кстати, некоторые считают, что это не дракон, а дракониха. Типа, что? А, все, да и блин, ухожу. Вот прям долго очень действует, даже когда ты уходишь. Точно цель понимаю. Отлично, ребят. Очень хорошо, ребят. Только нужно как-то отрегениться, но я не знаю, как это сделать, потому что у меня нет еды. Ладно. Видимо, никак нам не отрегениться.
Единственное, что я здесь забыл сделать, это забыть надеть алмазную броню, которую, впрочем, сам достал. Так. Давайте, ребят, попытаемся попасть вот сюда. Нет. Нужно точно попадать. Во, ребят, прикольно попал. Ой, видимо, я становлюсь профессионалом в этой игре. Либо же я до сих пор не совсем профессионал. О, ребят. Прям попал, ребят. Это, оказывается, не так сложно, как кажется. Ладно. Давайте, чтобы дракон нас не увидел, соберемся где-нибудь здесь на столб. На высокий. Оу! Ты ненавидишь столбы. Единственное, конечно, единственные столбы, которые ты любишь, короче, это те, на которые... Никакого больше? Серьезно? А не, ребят. Как бы тебя отразить? Ух. Я еле-еле урон не получил, да. Давайте сюда попадем наконец. Не, не попадается. Yes, ребят, я разбил, похоже, все кристаллы. Да, ребят. Я никогда не делал этого. Так, здесь у нас ничего нет. Ладно, ребят, у нас больше нет кристаллов, поэтому нам здесь больше делать нечего. Давайте для безопасности чисто вот так вот просто проложим, а не будем паркурить. Конечно, это было легко перепрыгнуть, но я не стал... Как он... он сбил? Чего? Ладно. А, нам не сюда нужно. Нам нужно сюда. Так, поднимаемся обратно. Так, у нас уже дракона потеряно несколько жизней, но не этого здоровья, да. Не жизни, а здоровья. Да. Ладно. Где это? Ну где? Кажется, я здесь где-то. А, не, я еще выше ударился, получается. Ну ладно, ребят, хотя бы какие-то важные вещи, я думаю, сохранились. Так, ну вроде бы подобрали практически все. Так, все. Осталось только поударять дракона несколько раз, и тогда он будет побежден. Верно? Верно. Поэтому берем свой алмазный меч в руки. А, видимо, половина брони осталась на том столбе. Ну, ладно, ребят. В принципе, давайте уже. Ай, все, ушел. Капец, какой он сильный. По два раза это. А, вот твоя это. Мы обязательно, кстати, соберем яйцо. Да. Так, дракон, ты порхаешь. Не-не-не-не-не. Блин, а ты сильный, большой. Боль. И... Ладно. Да ты уже приземлишься, или мне в тебя стрелять стрелами? Давай. Хорошо. И я тебе стреляю. Я в тебя стреляю. Я когда-то в тебя попал. Я в тебя умею попадать, дракон. В каком-то смысле. Ладно. В принципе, давайте уже наконец-таки дождемся, пока этот дракон спустится. Или придется ждать, пока он спустится. Ладно. Сколько я за эту серию уже сказал слов «ладно». Это как-то странно. Хорошо, видимо, придется до сих пор еще ждать. Нет, я до него не достаю. О, он убивает эндерменов. Эндермена я вас спасу. Ай!
Ё-моё. Это ё-моё. Во-первых, в смысле, потому что я на него не смотрел. Или они ошиблись. Ну, типа эти, как их? Короче, не знаю. Ладно. Давайте уже наконец-то... Чё он анимас... Да блин! Серьезно? Ни за что? Так и знала, ребят. Вот как можно нападать ни за что? Я вообще не понимаю. Вот я смотрел на вас. Скажите, я смотрел на вас? Вам в глаза. Опять Эндермен. Блин, придется в креативе или нет? Блин, короче, не знаю. Вот честно, вот я не смотрю на них. Вот сейчас-то точно найду. Совсем. Так, ладно. Нетерпение в сторону. Ожидание вперед. Где-то здесь, да? Где-то здесь, вот где-то здесь. Это я так понимаю уже. Понял, что это. Ладно, вот смотрите. Так, я не смотрю на вас. Не смотрю на вас. Так, и огнево. Все. Так, все. Наконец-то. Ладно, берем алмазный меч. И нам нужно его победить. Я не знаю, как это сделаю. Так, я тебя не достаю. Так, давай, давай. Ай, да блин! Подойти к тебе нельзя! Ух, еле подошел. Ах ты! Не попадаешь по ноге! Так, ладно. Он что-то как-то не убивается. Ты что, здесь остаешься надолго, что ли? Ладно. Давай. Ладно, он улетел, но мы его неплохо так раздамажили. Раздамажили или как лучше. Так. Ладно. Он не скоро еще приземлится, поэтому давайте просто тупо ждать. Как говорит Лололошка. В своих сборках с сюжетом. Да, Эндермен? Вот этот вот, вот этот вот, который бежит возле этой штуки. Я не могу на него посмотреть. Да ё-моё, все равно не успел. Вот совсем чуть-чуть. Вот точно сейчас побежду. Смогу, вернее, победить. Да. Так. Где? Так вот. А, все, все. Все, отлично. Нет, мы до сих пор не доходим. Вот. Ага, кажется, за этим кристаллом все было, да? Понятно. Я так понимаю, да, помню, дали, потому что я... Да в смысле, Эндермен? Опять ни за что. Вот как им еще надо говорить? Да не, да я не смотрел тебе в глаза, успокойся ты. Не успокаивайся, блин. Говорю, что не смотрю в глаза, они все равно на меня нападают.
Так, сейчас. Не, не убивается. Вот чисто смотрю вниз. Вот, все. Теперь там можно на роль пойти. Так. Так, ага. Давайте. Так. Где-то здесь. Нет, не то. Тоже не то. Получается, что же. Так, здесь у нас тоже нет вещей. Так, тоже нет. Нигде, короче, нет. Нету. Ладно. Так, снова не здесь, не здесь, не здесь, не здесь. Так, ну, нет нигде вещей. Ладно. Так. Здесь тоже нет вещей. Короче, ребят, я где-то не нахожу. Не нахожу, вернее, не нахожу. Вот так, все, не нахожу. Вот так вот. Не, ой, нет, нет, не, не, нет, нет. Не здесь, ой. А здесь у нас пропасть. Здесь тоже ничего нет. А, ребят, видимо, так и знал. А, нет, блин, я-то уж подумал очень-очень долго убивать его, этого дракона, с помощью этого. С помощью руки. Оказалось, вот где мои вещи. Так, вот сюда. И вот сюда. Потом вот сюда. Да, я ухожу. Чуть опять не пришлось терпеть, пока я дойду отсюда до края. Так, ладно. Ага, теперь берем. Так, ладно. Он летит сюда и никак не приземлится. Ладно, мы будем его бить. Будем его бить. Опа. И опа. Так. Опять нифига не попадаю. Ну и ладно. Кажется, ушел. Ах ты опять сюда повернулся. Ну ладно. Да ё-моё! А ведь подошел мне. Ничего не предвещал. Ну не это. Ну короче, ребят, вот как только подошел, сразу. Где эта чаша? Извините, просто опять ни за что нападаешь. Ну да. Нужно как-то успеть и все. Так. Отлично. Нет. Блин, почти сейчас. Так, опять. Ага, гейммод. Короче, креатив. Все, отлично. Короче. Очень уже долгое видео, на самом деле. Давай. Отлично, уходи. Ага, теперь, что у нас, где, вот, алмазный, так, все. Очень темно, на самом деле, в этом мире, не видно вообще, так, короче, ребят, сейчас, вот почти, так, сто. Так, вот. И так. Так, давай. Я почти забегну с тобой. А, видимо, как только он на чашу приземляется. Ну, так я на него не попадаю. Сорянте, но только как только он в гнезде находится. А сейчас можно и не в гнезде. Нет, все равно, вот никак не в гнезде, его нельзя убить. Опа! Нет. И так.
Так. Опять. Вот видите, никак в гнезде его нельзя. Вот. А, нет, все-таки один раз домазал. Ждем, короче, пока он сюда приветывается. Схватываем свои вещи. По-добру, по-здоровому. Так, теперь, ага. Так, теперь сюда. Так, опять он улетел. На самом деле, не в креативе в него надо стрелять. Тогда он, вернее, бить его нельзя в креативе, потом, чтобы он, это... Ну, чтобы он не улетал так быстро. Потому что креатив он быстро улетает с гнезда. Так, ага, почти спустился. Все. Отлично, спустился. Бей. Так, видимо, нужно... Блин. Короче, все, ребят. Угу. А, нет, стой. Е. А, вот, все, нормально. А, теперь пишем Game Mod Survival. Все. На режим выживания. Давайте это куда-нибудь сюда уберем. Все. Давайте возьмем нормальный алмазный меч и будем его бить до последнего. Будем смотреть только на дракона и будем на него смотреть. Как-то странно звучит. И почти, давай. Надеюсь, он нас не обманул. Да нет! Ну так и знал, что все равно в креативе нужно проходить. Вот, блин, короче, ребят, дело в том, что сегодня мы, сегодня мы не смогли пройти один блок, к сожалению, но видео уже, вот извините, ребят, но видео где-то уже очень много идет, я не могу с этим ничего поделать, короче, ребят, если кому-то понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А также пишите комментарии, чтобы я на него ответил. Ну а с вами был Тестимилк. Всем удачи, всем до скорых встреч, всем пока-пока.